Ну, приехали. Включен режим ожидания. Лагуна. Город на болоте. Посмотрим, что тут можно узнать о докторе Кавасире. Системы активируются. Желаю удачи. Рейнджер, я тут очень давно не видел рейнджеров. Вид у тебя какой-то потерянный. Мы с твоими товарищами на войне сражались плечом к плечу. Меня зовут Мо Рамми. Я просто старый ветеран, который помогает жителям лагуны. Я тут давно живу, и поэтому знаю почти всех. Ты что-нибудь знаешь про некого доктора Кавасира? Это старый ученый. Я уже давно не слышал это имя. После войны он перебрался вглубь секрета и окончательно пропал с радаров. С тех пор его никто не видел. Еще скажешь что-нибудь? Ну, обычно в окрестностях его базы очень тихо. Там ведь такая мощная система безопасности. Но в последнее время оттуда частенько доносится сильный шум. Ладно, выясню, в чем там дело. Она утверждает, что к западу от лагуны из-под земли выходят муты. Может, это какие-то особые муты-землекопы? Или муты-киборги с особым копательным инструментом? Я не знаю. Кто-то должен это выяснить. Остерегайся башен с автоматическими пушками. Шутки, что ли? Слушай и проникнись лучезарной скверной нашего повелителя! Да, мы должны ползать у его ног, словно жалкие черви! Я говорю о самом темном повелителе болот, Смегомерзком! Благословенна его слизистая влага! Все, что ты говоришь, мне не нравится. Тебе следует купаться в лучах его зловонной славы. Только тогда ты полностью осознаешь его величие. Его раздутое тело возлежит в северных болотах. Принеси жертву, которая его достойна. Ну, кое-что я ему принесу. Покупаешь или продаешь? Вроде я на месте. Ну и где вы, доктор, спасибо?
Мне нужен доктор Квасир. Вот так. Позвольте-ка. Любопытно. Форма времен войны модифицирована для экосферы. Вы из Винланда? Значит, вы... Да, уроженец Ковчега второго поколения. Потрясающе. Да, из Винланда. Кроме меня почти никого не осталось. Все сходится. Подождите, сейчас я вас пущу. Приветствую, рейнджер. Приветствую. Давненько никто из ваших не заглядывал ко мне в гости. Доктор Антон Квасир. Гениальный ученый с темным прошлым. Уроженец Ковчега. Пережил Апофис. Говорят, он работал на правительство и спроектировал солдат-мутантов. А затем предал хозяев. Перешел на нашу сторону. Сражался против правительства. К безумным ученым я отношусь с осторожностью, но без него не обойтись. У вас отличное оборудование, доктор Квасир? Квасир, да. Лаборатория неплоха. Ноги! Раньше мои исследования были связаны с механикой. Но со временем машины имеют склонность ломаться. Так что я теперь больше полагаюсь на генную инженерию. Живые организмы восстанавливаются. Ну что ж, логично. Вы уж извините, Уокер, да? Я прогнал ваш скан через мейнфрейм Ковчега. Теперь я вас знаю. Ваши родители, увы, какая трагическая гибель. Хотя Эрвина Проули взяла вас к себе. Да. Воспитала как родную дочь. Но они убили ее. Уничтожили все, что у меня убили? Было. Как жаль. Она была фантастичной. Я всегда надеялся. Но, увы, нет. Перебили всех. Это была неудержимая сила. Мутанты, новые существа. С техникой, броней и пушками. Огромные. Выше любого здания. Ими командовал человек. Генерал Мартин Кросс. Значит, он вернулся. Что ж, этого стоило ожидать. Он и его любимая шавка, доктор Бендро, неустанно работали над этим своим проектом долголетия. Но видите ли, этой проблеме... Я как раз могу подыскать решение. Решение мне известно. Вы ведь о проекте «Кинжал»? А, вы знаете. Ну, конечно. Наверное, Проули вам уже рассказала. Возвращайтесь лет через... Скажем, 6. Тогда я создам нанотритовый ретранскриптор. Или сыворотку, как я его называю. Эй, вы сказали 6 лет? Да, примерно. Науку нельзя торопить. То есть можно, если располагать вычислительной мощью. Увы, моя лаборатория старовата. Если бы достать с орбиты неуловимую сферу Эко-15... Тамошний компьютер мог бы ускорить процесс. Экосфера еще на орбите? Мне про такую в детстве рассказывали. Да, из-за ошибки в расчетах она осталась в небесах, когда все остальные рухнули на Землю. Если бы мы заставили Эко-15 приземлиться,
Я бы воспользовался ее древним суперкомпьютером. Подумать только. Такая мощь в моей скромной, старенькой лаборатории. А ее можно посадить на Землю? Да. Это можно сделать с космодрома Эдем. Попробую. Хорошо. Минуточку. Вы знали, что я на это подпишусь, да? Да. Нанотритовые штаммы могут дать вам сверхчеловеческие способности. Но ковчеги, в которых они хранятся, не так просто найти. Я обнаружил один недалеко от Винланда. Вам следует его осмотреть. Доктор Квасир, насчет этих нанотритовых способностей. В прошлом многие рейнджеры их опасались. Но вы, как я вижу, не боитесь. Это весьма похвально. Действительно, зачем бояться неожиданных изменений в своей нервной системе? Доктор? Что? А, да. Нанотриты хранились в ковчегах под замком, чтобы на них не добралось правительство. Они очень мощные, нестабильные и чудесные. А не опасно их использовать? Конечно, опасно. Но ради победы над правительством стоит рискнуть, разве нет? Вы должны стать сверхчеловеком, а про последствия мы подумаем потом, когда победим врага.
Доктор, я у космодрома. Он разрушен и захвачен бандитами, как вы и сказали. Вы справитесь, я уверен. Что касается Эдема, он построен так, чтобы выдержать что угодно. Давайте-ка обеспечим вам доступ. Прижмите ладонь к сканеру на стойке администратора. О, ничего себе! Отлично. Теперь позвольте дать вам полный доступ. Эй, док, давайте скорей. Мэри взяли след. Минутку терпения. Осталось чуть-чуть. Осталось недолго. Дайте мне еще несколько минут. Это хитроумная система даже для меня. Но я ее почти взломал. Президент? Это мне нравится. Конечно. Всегда лучше действовать наверняка. Теперь у вас полный доступ, президент. Центр управления экосферой на третьем этаже.
это мы сейчас. Я на месте, док. Отлично. Теперь найдите главный компьютер. Нужно запустить процедуру возврата ЭКО-15. Эта сфера еще на орбите. Процедура возврата одобрена. Начинаю возврат ЭКО-сферы. Спасибо, госпожа президент. Желаю вам создать новый Эдем. Экосфера вошла в атмосферу. Температура на борту в пределах нормы. Тепловые щиты работают. Готово! Экосфера на месте! Знаю, и правительство тоже знает. Скорее активируйте объект. Я позабочусь об остальном. Лифт работает. Уже неплохо. Надеюсь, работает. Ага, есть. Вы нашли его. Включите, а я сделаю остальное. Скоро этот огромный суперкомпьютер будет плясать под дудку квасира. Включила. Похоже, все в рабочем состоянии. Прекрасно. Теперь проект «Кинжал». Датчики засекли что-то снаружи. К вам приближаются боевые мутанты правительства. Я разберусь. Док не ошибся. Мутанты правительства. Ничего, справлюсь.
Мутанты нам больше не помешают. Можете приступать. Блестяще вас обучила. Так что, теперь вы завершите свою часть кинжала? О, да. С таким оборудованием это будет просто. А еще... Еще у меня останется время на другие чудеса науки. Они принесут вам пользу. Например? Ну, это разные научные проекты. Все они помогут вам стать сильнее и крепче. Чтобы вы смогли, как бы это сказать... Надрать задницу правительству. Звучит неплохо.